участвовал. И Володя Скопцов, Владимир Скопцов, он, ну, такой довольно известный донецкий бард, он уже взрослый такой, ну, да. Не дед еще, но дед. Дед, но не дед. Такой, ну, он парень такой, ну, дед. Да, он культурист, ты знаешь его, да? Вот, ну, он такой, он классный поэт, и он чуть ли там... Ну, он человек хороший. Да, он бард, и у него тоже такая драматическая история, что все барды ему сказали, фу. Ну, типа, да, донецкий. По позиции. Да, и он чуть ли не один там остался, но он такой прям, не сдаемся, не сдаем. Да. Он дружит с Юной Морец, она очень тоже его любит. Вот, ну, так, в общем, такое тоже. И, в общем, тут он тоже поучаствовал. Неплохой человек. Тут и Бубины стихи, и Скопцовы стихи тоже. Вот, ну, в общем, интересная получилась песня из-за того, что два таких, ну, как бы, мастодонта. Мощных. Да, она такая, у нее две линии, как бы, если вы внимательно послушаете. Ну, как раз в трейлере к фильму «Добровольцы», вот, к нашему, да, эта песня и есть. Ну, еще эта песня, как бы, ну, она просто была так сделана, что просто как, типа, металл и все такое, да, но да. Как только мы ее сделали, убили Мамая, Олега Мамиева, если кто не знает, ну, мой хороший такой друг был, и получилось, что вообще, ну, то есть, у нее такой подсмысл, подтекст и, короче, такое. Юлечка, тут у нас находится... вице-президент Ленинградского рок-клуба и помощник генерального руководителя, да, Ленинградского рок-клуба, ребята. Вот я бы хотел бы тоже их позвать, потому что у них что-то есть нам сказать. Вот. Ваня, кстати, сам...